Давайте. Все, все хорошо. Давайте какая-нибудь двухминутная готовность. Отошлите, пожалуйста, партнерам, напишите в группу там своим, что мы сейчас начинаем. Так. Паш, где презентация? А, вот снизу, да, рисунок этот, который? Файлы? Нет. Странно. Ну, понимаешь, я же не админ, я не могу это делать, поэтому ну, я это не вижу все. Так. Коллеги, давайте, да, начнем в 10 минут. Тут не знаю, что Александр. Так, вот здесь я не подзвонил. Так. Смотрите, проведем сегодня полчаса, час беседу на основании, надеюсь, переваренных в какой-то степени вами информации, вот ту, которую дали вчера. Надеюсь, у вас появились вопросы, если вы этой темой заинтересовались, да, у вас должны были быть появиться вопросы, потому что их очень на самом деле много, и я сегодня постараюсь поподробнее раскрыть ну, те вопросы, которые вчера не было возможности просто подробно рассказать там, про продукт, в том числе про там, привлечение инвестиций. Я просто вижу обратную связь в группе, да, вот. Я так понял, что тут некоторые люди прямо ну, задают такие совсем очевидные вопросы. Ну, раз задают, значит, надо на них ответить, потому что это мы несколько лет уже этим всем занимаемся. Может быть, расскажу сейчас. Ну, в общем, сейчас вы будете задавать вопросы, я просто буду на них отвечать и ну, добавлять то, что считаю нужно, потому что ну, прям очень много информации, очень, абсолютно. По записи чего, Паш, будет? Автоматически идет запись, он надеет. А ты можешь сделать так, чтобы... Если у кого-то есть возможность записать, запишите. Так, участников 25. Так, давайте, это вопрос Диму, Дмитрий Козловский, запись идет. Все, хорошо, давайте, значит, смотреть следующую вещь. Давайте, кто вообще со мной знаком лично, я просто тут не буду сейчас смотреть. Прям напишите плюсик, кто знает Семенова Сергея, там, давно, ну, грубо говоря, вообще прям, с кем мы знакомы, кто понимает вообще все, что происходит. Что такое краудинвестинг, там, все предыдущие проекты. Так, так, сейчас я посмотрю, сколько здесь плюсов. Раз. Чтобы, ну, я не знал, надо еще раз сказать, просто говорю, я просто думал, что совсем все уже знают, а тут, может быть, не так. Так, раз, два, три, четыре, пять. Хорошо, остальные 21 человек вам рассказать, ну, не знаю, там, чем мы занимаемся, из какого мы жанра. И так далее. Ну, то есть, как представиться мне, грубо говоря, рассказать быстренько там про биографию и все остальное, там, какие-то достижения, чем мы этим занимаемся. Так, сейчас даже так, так, так. Это вопрос такой, вот 5 человек поставили, что меня знают, 11 просит рассказать. Вопрос, а что остальные 20 человек делают, зачем пришли сюда? Вы давайте, задавайте вопросы, поэтому, если, ну, говорю, не есть, участвуйте активно. Знаете, пишите, знаете, не знаете, пишите, не знаю, ну, молчите, ну, значит, зачем, что вы хотите услышать. Так, ну, давайте, да, пока все подсняются, в двух словах. С 2012 года мы занимаемся коллективными инвестициями, если так называть, краудинвестингом, по-моему, слова такого раньше не было. Вот, соответственно, ну, 5 лет. И в России мы, наверное, ну, самые крупные, самые, ну, то есть, если взять объемы средств, привлекаемых при нашем участии, так скажем, проекты, которые были созданы нами, ну, они самые большие. Самый большой, как один представитель, это Skyway, с него, можно сказать, все началось. В 2012 году мы с Юницким познакомились, был это метод, схема это предложена по финансированию его разработки. Соответственно, в 2013 она началась, в конце 2013-го. Сейчас обороты очень большие, то есть ну, задача была выполнена. Потом, в, получается, в каком? В том году, когда, Паш, в начале 16, а в 15 году платформа... Да, в середине 15 года была создана платформа для коллективных инвестиций, первая в России краудинвестинговая платформа Cymex. Сейчас это международная платформа, мы отошли там, от ее оперативного управления, но за первые полгода было собрано там, порядка 50 миллионов в 20... А?
Да, ну, сейчас скажу, порядка, по-моему, там где-то около 30 проектов было профинансировано, это был эксперимент, небольшие и маленькие бизнесы, то есть Skyway — это одна крайность, один огромный проект, потом было, так скажем, сделано розничное предложение Simex, и там любой мог разместить проект на небольшие суммы, там порядка 2 миллионов рублей, и также мы эти средства привлекали людям. Часть проектов удачные были, часть проектов неудачные, часть платят, часть на той или иной стадии там развития. Вот. При этом приоритет всегда был на крупные проекты, на интересные проекты. В этом есть, в этом Кравенецке мы поняли следующую вещь, что когда ты, так скажем, работаешь с большим количеством маленьких проектов, это гораздо тяжелее, чем нежели работать с одним и очень большим. Потому что степень оценки проекта, погружение в него, понимание, как это все работает. В общем, время проходит примерно одинаково для того, чтобы погрузиться, но ты очень быстро его закрываешь, ты очень быстро в него собираешь инвестиции и опять заново делать большую работу, опять погружаться и так далее, и так далее. Соответственно, а вот всегда мы хотели и искали такие проекты, как вот проект Дмитрия Александровича Дуйнова, который имеет историю, которая опробирована и так далее, и так далее. И который несет с собой огромный потенциал, вот что самое интересное. Вот многие этого не понимают, но на рынке вот русскому там обычному человеку не предлагается вход в большой проект никогда. Нет возможности такой физической. Кто знает, можете мне рассказать, когда последний раз у обычного человека была возможность стать участником какого-нибудь большого проекта, даже там на добровольных основаниях или там безвозмездных. А если мне кто-то назовет, когда человеку предлагалось акционирование, ну, как, я не знаю, там раньше там акции «Газпрома» получали, да, потому что приватизация вот это была. То есть, когда кому-то из обычных людей предлагалось стать частью огромного проекта, с которого он потом, грубо говоря, пожизненно может иметь дивиденды, профит, продать свою долю и так далее. Таких предложений просто нет. Таких предложений, ну, их априори не может быть очень много, потому что серьезных, очень больших технологических разработок их не так много, а те, которые еще и коммерческие, потенциал имеют большой и имеют высокую степень готовности, их еще меньше. Вот такие проекты находятся там, ну, раз в 3 года, там, в 4, их достаточно долго искать, потом долго вникать в них. Вот сейчас вот этот этап, говорю, вы, наверное, просто не до конца осознаете, так сказать, важность, что ли, или свою удачливость, то, что вы сейчас об этом узнаете. Если посмотреть на тех инвесторов, кто зашел в Skyway на самом начале, и, так скажем, познакомить с теми инвесторами, кто заходит сейчас, и рассказать условия тогда и условия сейчас, и, так скажем, доли, которыми владеют, и потенциальную прибыль, которую они будут иметь, но она там разнится, там, не знаю, в десятки, там, может быть, где-то в сотни раз. Вот такая вот примерно история. Есть вопросы еще по этому поводу, то есть почему мы этим занимаемся? А, ну 100%, разумеется, я могу вообще заверить, уверить, что собрать ту сумму, которая необходима для реализации этого проекта, это очень просто, это элементарно, это вот прям гарантия, факт, что это случится. Вот говорю, даже та ситуация, что в первый день, вот сегодня, я не знаю, кто там смотрел мое обращение, за один, такой за день, за несколько часов после вчерашней презентации в закрытой группе для ограниченного количества людей пришло инвестиции на там 102 тысячи рублей на текущий момент. То есть один день 102 тысячи, первый день. То есть это на голых условиях, без понятного предложения. Переговоры ведутся там на совсем другие суммы. Это, ну, как некий показатель, потому что, ну, предыдущие проекты, они вообще другими темпами, ну, развивались. Поэтому давайте, ну, вот хорошо, давайте, говорю, я знаком, просто я вот в этой компании буду отвечать за, на текущий, по крайней мере, на текущий момент за ее финансирование, за обеспечение необходимых сумм в определенный срок. То есть нужно в этом году столько, значит, нужно сделать, чтобы было столько там или больше. И, ну, последующие. Есть программа на 3 года. Если мы эти деньги соберем за полгода, ну, замечательно, соберем, будет куча других задач. Так, не знаю, можете ко мне на страницу зайти посмотреть. Вот кто меня не знает, ну, наверное, вы видели все мою страничку, там Семенов СВ. Посмотрите, ну, то есть пролистайте по ленте, посмотрите, чем мы занимаемся. Чуть позже я буду знакомить вас со всей командой, кто что делает, кто чем занимается.
И я вас, разумеется, приглашаю в эту команду, чтобы вы понимали, что все это делается вот прямо сейчас. Вот прямо сейчас самое начало, это самое как лакомое время. Рассказать подробнее о чем, Антон? Давай с удовольствием расскажу. Скажи подробнее только, о чем рассказать. И, кстати, как видно просто, у меня такое качество какое-то, Паша, как у тебя видно? То есть у меня прям такое все хреновое, размыленное, да, я не знаю. Угу. Сейчас я попробую минимально, максимально. Сейчас я не знаю, что изменится. Ну ладно. Норм видно. Ну ладно, хорошо. Задавайте, пожалуйста, конкретные вопросы, давайте отвечу. Да нет, нет, я не говорю, что тут спорить. Просто ну, вы спросите, что вам интересно. Давайте, если это примерно понятно, да, то, что почему я выбрал такой метод, почему 100%, что все это получится. Если вам интересен, я не знаю, какой процент инвесторам. Смотрите, уставного капитала как такового понятия нету на текущий момент. Сейчас это будет сумма, дисконт. Да, значит, смотрите, супер хороший вопрос. Условия инвестирования будут прописаны четко на этой неделе. В них будет прописано, какая, так скажем, премия за вход на этом этапе, на втором, там, на третьем, четвертом. Будет так же, как в предыдущем проекте. То есть, чем больше сумма инвестиций, тем больше будет ну, так называемый вот этот дисконт, да, или премия за риск. И привязано к объему. То есть, чем больше вы инвестируете, тем лучше у вас условия. И чем раньше вы инвестируете, тем лучше у вас условия. Ну, это известная схема маркетинга, встроенная через весь проект. Так, 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 пропустил, наверное, так. Так, сумма, количество, дисконт, какой основной капитал, какой процент. Процент инвесторам. Инвесторам предлагается половина от дохода компании. То есть половина компании. Вот этот весь коллективный инвестор будет владеть половиной компании. Ну, там половина минус одна акция. Вторая будет у команды менеджеров, там в голове с Дмитрием Дуйновым, то есть у руководителя, то есть у инициатора данного проекта. Значит, ну, инвестору предлагается принять коллективное участие в компании, которая будет заниматься производством предприятий по выпуску электродвигателей. Я сейчас чуть подробнее про это расскажу. И, соответственно, половина прибыли данной компании будет уходить на всех инвесторов и делиться на них соразмерно прибыли, стандартные условия. Будет описано конкретно коммерческое предложение, я вас прошу потерпеть. Будет договорная база создана тоже, говорю, всего лишь нужно подождать. Так, дальше. Про то, с кем начал, с какими людьми, с кем сейчас развиваешь свое изобретение, какие условия инвесторов. Вот Антон, это не мое изобретение, это изобретение и разработка Дмитрия Александровича Дуйнова. Я в этой команде помогаю финансирование, в организации диалога с клиентами, с потенциальными, с инвесторами, с формированием информационной среды, то есть позиционирование и, ну, в общем, вот эта вся работа с IT и, так скажем, то, что вы сейчас видите. Какие условия инвестора, говорю, опять же, да, ответил уже, ждите, будет конкретное предложение. Вот у Миши хороший вопрос, значит, какой основной продукт даст первый кэш. Давайте я сейчас подробно это очень, пожалуйста, объясню. Вы попробуйте услышать, потому что я это понял, ну, мне стыдно, конечно, только через год после того, как мне это озвучили. Я недавно пересмотрел видео, где мне Дмитрий Александрович это объясняет еще год назад, но я был глух, я не воспринимал. Попробуйте это, ну, потому что я не знал весь процесс производства продукта. Ну, не то, что я сейчас его особо не знаю, но хотя бы знаю основные стадии. Я попробую сейчас вам объяснить. А вы слушайте, пожалуйста, внимательно. Значит, вот в чем сейчас основное заблуждение? Сейчас большинство людей думает, что создается предприятие, которое будет заниматься серийным выпуском конкретного продукта. В данном случае это мотор-колеса. Но это не так. Вернее, это предприятие этим будет заниматься, но это совсем не основной ее доход. То есть это не основная цель. У компании будет 4 основных источника дохода. Вот производство конкретного продукта, того же мотор-колеса, это будет, ну, там, последний из этих источников дохода, то есть самый маленький. То есть он там будет приносить на 300 миллионов вложенных средств, примерно вот этот процесс, примерно 200 миллионов чистой прибыли по году. Но это, ну, то есть это там даже не 100% годовых, из которых можно было инвестору 50 предложить. Это, причем это не, совсем незначительная часть. Смотрите, что является, я не буду два других рассказывать, чтобы не усложнять.
что будет являться основным продуктом создаваемого предприятия? Это, коллеги, я сейчас просто не смотрю, ладно, вопрос, я сейчас вот отвечу, другой, по-моему, буду смотреть. Значит, основным продуктом, которое будет выпускать создаваемое предприятие, это производственные линии, оснастка, ну, производственные линии, это, по сути, завод по выпуску вот этого предприятия. Рассказываю пример. Вы, допустим, владелец в Индии какого-нибудь предприятия, которое выпускает ну, какие-то малые транспортные средства. Есть такое понятие рикша вот, в Индии. То есть это такие трехколесные штучки, на которых там все гоняют. Вы их выпускаете там по несколько миллионов там, штук в год, может быть. То есть это очень массовые рынки. И у вас есть там двигатель какой-то, стоит там ДВС и так далее. Тут вы решаете, что надо перейти на электричество, а для этого есть куча предпосылок, вплоть до законодательных каких-то обоснований, что вы должны заменить свой электродвигатель. И вы принимаете решение поставить электродвигатель, но для этого вам нужно его где-то у кого-то заказать. И вы, допустим, видите предложение Дмитрия Александровича Дуйнова, который говорит: мы для вас разработаем продукт, который будет соответствовать всем требованиям, которые вам нужны. Он будет дешевый, легкий, надежный, мы сможем его производить в необходимых объемах и так далее. И после этого получается заказ, происходит его, так скажем, проектирование, создание, то есть когда это сначала все просчитывается на компьютерах, когда делается математическая модель, считается, получается или нет этот продукт. После этого, когда полученная модель соответствует заказчику, то есть ТЗ, этот продукт производится в единичном экземпляре, чтобы его оттестировать. Это вот то, что вы видите, то есть какой цикл проходит сейчас у Дмитрия Александровича Дуйнова. В группах это сейчас, кстати, все будет. Получается, заказчик заказал конкретный продукт, он был создан, первое. Второе, этот продукт был обсчитан математически, создана модель, это второе. Третье, этот продукт производится в конкретном в железе, и происходит сверка того, что было в математической модели, и сверка того, что получилось по факту. Если там это все совпадает, то все окей. Заказчик говорит, вот такой вот может быть продукт. Но это еще не все. Вот после этого начинается самое интересное. После этого начинается создание самого основного продукта. Продукт, который стоит порядка 50 миллионов долларов за единицу. Таких продуктов, причем вот в этих 50 миллионов долларов, маржа порядка 70%. То есть где-то 40 миллионов долларов – это чистая прибыль компании-производителя этого продукта. Этот продукт представляет из себя завод, который будет обеспечивать выпуск того продукта, что был спроектирован, должного качества в планированных масштабах. Допустим, там 500 тысяч единиц по году. И вот этот продукт стоит огромных денег. То есть продажа одного вот этого продукта ну, в год, допустим, или просто продажного продукта, в два раза окупает все инвестиции, необходимые в эту компанию. В год можно делать порядка, ну, при, так скажем, хорошей, быстрой работе, порядка 5 таких продуктов. То есть в год может 5 заказчиков обратиться к тебе для того, чтобы сделать вот эту производственную линию. Паша, я не знаю, а можешь добавить сейчас как-то показать видюшку, как в группе, где автоматизированный процесс производства электродвигателей в Китае, там чук-чук-чук, покажи ее. Чтобы вы поняли, что это такое, это целое предприятие огромное, где есть станки, на которых ставятся, так скажем, насадки, определенная оснастка для того, чтобы производить нужное количество конкретного продукта в определенный период. Потому что если, допустим, нужно небольшое количество, там, 1000 единиц в год, автоматическую, да. То есть, допустим, 1000 единиц в год, их можно в какой-то степени руками мотать. Когда тебе нужно 100 тысяч единиц в год, у тебя должно быть все автоматизировано, это должны быть определенные роботы стоять, то есть их проектировка, установка, там, ну, то есть производственная линия, вот, ну, сейчас включат, посмотрите в презентацию, чтобы вы поняли, вот как это выглядит. То есть сам продукт в единичном экземпляре сделать, это, ну, как бы это 1/10 пути. После этого нужно создать предприятие, производящее этот продукт. Вот само предприятие, это как, ну не знаю, еще 100 разработок, совмещенных в узлы, там по 10 разработок, где там все взаимодействует, и еще в комплексе, еще и совмещенное. То есть вот услышите следующую вещь. Одно такое производство, заказ одного такого производства приносит в компанию где-то 40 миллионов долларов чистой прибыли.
Вот осознайте, в год можно производить там, до 5 таких производственных линий, в зависимости от, ну, от команды, от того, сколько людей во всем этом будет участвовать, сколько профессиональная команда будет собрана. Это примерно там, 200-300 миллионов долларов чистой прибыли. За счет вот этого только основного продукта, при этом есть побочные. Для какой цели создается просто массовое производство, на которое будет, ну, зарабатываться небольшие деньги? То есть вот это вот мотор-колесо, зачем будет ставиться производство, которое будет производить по 15 тысяч единиц в год, которое будет принадлежать основной компании? Потому что мы должны доказать всему миру, что мы сами, выступив себе заказчиками, сами для себя эту производственную линию произвели и сами вышли в запланированный срок на запланированную мощность. То есть нельзя продать человеку или предприятию тот продукт, который ты, ну, доказал, что ты его можешь сам сделать. То есть, другими словами, это выглядит так. Мы сейчас сами себе заказали уникальный двигатель специального назначения, которое, там, вот это, мотор-колесо, которое не имеет аналогов в мире, которое обладает кучей преимуществ, сейчас о них я тоже поговорю. И мы дальше говорим, вы видите это колесо? Вы видите сами, какой спрос на это колесо? Вы видите, сколько людей его хотят купить? Вы ж, ну, как думаете, почему оно не продается? Почему еще не, каждый не может его забрать и взять себе? Почему я его не могу купить? Потому что оно просто еще не произведено. Потому что для его производства, для того, чтобы оно было дешево, нужно поставить огромную производственную линию. Это огромная работа, которая стоит, ну, достаточно больших денег. Она состоит как из интеллектуальной составляющей, так и из, ну, конкретной производственной. Поэтому какая вещь? Сейчас вот это производство будет ставиться, будет создаваться оснастка, будут закупаться станки конкретные, будет строиться здание производственное, где это все будет происходить, с административной частью, с производственными площадями, определенным образом спроектированное. Туда будут закупаться сырье, из чего это будет все производиться. Будет производиться найм персонала. И будет поставлена первая производственная линия, то есть, по сути, сами мы у себя этот продукт покупаем. Ну, как бы, то есть, не покупаем, а сами для себя производим. После этого мы заявляем рынку, что, уважаемый мир электродвигателей, вот 10 тысяч видов синхронных электродвигателей, по любому из них наша компания может спроектировать под вашу задачу продукт и спроектировать завод по производству этого продукта на планируемых вами, так скажем, на планируемый вами объем и с теми характеристиками, которые вы заказали. То есть, вот, надеюсь, вы меня услышали, что основным продуктом компании, помимо выпуска серийного производства, помимо продажи лицензии на обмотку, помимо заключения каких-то там коопераций и так далее, будет создание и продажа этих производственных линий. То есть, ну, одно это уже должно быть достаточно, чтобы понимать масштабы. Паш, давай видео покажем это. Ну, ты можешь просто ссылку дать или в чат? Сейчас давайте мы вам видео просто покажем. Вот Паша прислал видео, посмотрите, зайдите в чат. То есть вот вы видите, грубо говоря, был продукт, вот он лежит, грубо говоря, собирается. А вот этот станок, который его шьет, собирает, он тоже создан, он настроен. То есть это, ну, не случайно так вот, это не какая-то унифицированная форма. То есть там есть некие станки определенного типа, да, но его нужно, опять же, спроектировать, собрать, запрограммировать, настроить, отточить и так далее, и так далее. То есть, чтобы все работало как часы. Это вот ускоряет производство одной единицы. И вот таких элементов, то есть, это один лишь из элементов производственной, вот этой производственной линейки. А можно, если посмотреть, там есть второе видео, как вручную. То же самое можно вручную делать. Вот, поэтому, ну, это большая работа, говорю, когда вы поймете цикл производства, вы, ну, больше поймете, что такое продукт. Так, включаю дальше, где я здесь потерялся. Так, дальше переходим к следующему вопросу. Вот, Михаил, такой вот ответ на твой вопрос. Что будет получать? Да, вы будете получать, значит, каким образом будет это все сделано? Создается корневая компания-производитель, которая будет владеть вот этой технологией постановки производства. У нее будет один из учредителей и юридическое лицо, которое будет представлять всех коллективных инвесторов. У этого юридического лица будет 50-1 акция. Соответственно, все инвесторы, которые будут заходить, они будут владеть вот этой вот небольшой долей с размера своей инвестиции, ну, акции компании, она будет за рубежом, чтобы у нас не было вопросов
с нашим законодательством, где все, так скажем, достаточно вопросительно пока по краудинвестингу. Так, идем дальше. Так, коллеги, просто когда вы пишете что-то, у меня чат прыгает вниз, я не могу отвечать, но не успеваю прочитать. Так, да, поэтому получать вы будете долю в компании учредителей, то есть акции компании учредителя вот этого главного предприятия, который будет производить. Так, интеллектуальная собственность на выпускаемую продукцию, да, будет принадлежать компании-производителю. Так, инвесторы в головной компании или отдельная компания? Да, отдельная компания, владеющая 50% минус одна акция от компании-производителей. Так, сколько, чтобы стать инвестором? 30 тысяч. Одна, смотрите, вот по этому поводу будет расписано. Минимальная инвестиция будет 3 тысячи рублей. Дальше, ну, все будет расписано конкретно там, ну, подождите с ответом на этот вопрос, то есть он будет расписан. Так, проект с помощью ICO, возможно, говорю, пока это не, ну, то есть это пока усложняет, пока про это мы не думаем. То есть, возможно, все соберется еще быстрее гораздо, чем этот процесс будет сделан. Нашли, куда ли ссылку выкладывать. А, ну, кстати, да, ребят, ну, то есть... Да, давайте вот эту вот историю с рифоводством в партнерских чатах, ну, как бы, это некрасиво, это неправильно. Так, это при 40 тысячах Китай, комплект стоит 25. А вот, Михаил, вот какой комплект стоит 25? Вот давайте я вам объясню следующую вещь. Да, в Китае продаются мотор-колеса, это, ну, некий факт. Это колеса, с колеса мощностью 250 киловатт, тире, там, по-моему, 5 киловатт самое мощное. 5. И 5 киловатт стоит не 25 тысяч, 5 киловатт стоит 80 тысяч рублей. И в нем, вот, если мы перейдем к продукту, да, Дмитрий Александрович разработал двигатель специального назначения, так называемый, это мотор-колесо. Раньше никто в мире не мог сделать асинхронный мотор-колесо. Раньше асинхронный двигатель 20-киловаттный, это вот такие вот жирные колбасы, вот такие вот толстые, которые весят по 80 килограмм, чтобы выдавать 20 киловатт. Сейчас же он выглядит, вот, ничего никак не пойму, он, это вот такое вот 18-килограммовая небольшая, не знаю, как это, тоненькая тушка. Почему раньше никто не делал асинхронный мотор-колеса? Почему никто не делал асинхронный двигатель в виде мотор-колес? Потому что это было, ну, не то, что нецелесообразно. Никто не мог сделать мощное высокомоментное мотор-колесо. Потому что те принципы, на которых сейчас проектируются все двигатели, ну, так скажем, в своем корне имеют, ну, некоторые ошибки, из-за которых не позволяют проектировать эффективно. Дмитрий Александрович разработал, там, не знаю, выявил эти ошибки. Он понимает некие другие принципы, как это работает. На основании этих принципов проектируются другие электродвигатели с другими схемами, и можно делать ту продукцию, которую делается сейчас. Вот, Паша, открой, наверное, чат, этот, сравнение, что мы сейчас это расскажу подробнее. Значит, смотрите, я вам хочу сейчас привести сравнение, вот конкретно, ну, то есть, чтобы вы понимали, что это не основная часть работы, что это просто вот пример, что одно из... один из продуктов, который можно производить, и насколько он на голову лучше всего того, что делается сейчас в рынке. Во-первых, 20-киловаттных мотор-колес нет в мире вообще. То есть, ну, найдите, пришлите, я не нашел абсолютно нигде. Во-вторых, все мотор-колеса на рынке сейчас... почему вообще появились мотор-колеса? Потому что на рынке есть спрос на такую технику. То есть, электротранспорт, за экологию – это вот тренд. Многие государства на законодательном уровне запрещают использование ДВС в определенных там транспортных средствах. То есть на рынке огромный сформированный спрос на мотор-колеса. Для удовлетворения этого спроса был предложен определенная технология, она называется BLDC. Это использование вот этих мощных современных магнитов постоянных. Дальше следующая вещь. Здесь есть, так скажем, небольшое противоречие или ловушка, как это назвать. Чтобы делать эти магниты, в них нужно добавлять редкоземные материалы. Редкоземные материалы, их выпуск ограничен. Это происходит там в основном только в Китае. Именно по этой причине вся вот эта вот техника, микроэлектроника производится в Китае. Потому что количество выпускаемого ограничено, и Китай запрещает вывозить редкоземные материалы за границу, никак, кроме как в конечном продукте. Поэтому все айфоны, Samsung, все делается там, все телевизоры, ноутбуки. Нельзя вывести оттуда редкозем и произвести продукцию в другой стране.
Вот. И это количество этого материала очень ограничено. Поэтому на рынке дефицит редкоземов, из-за этого дефицит магнитов, из-за этого дефицит мотор-колес. Понимаете? А Дмитрий Александрович делает те же самые мотор-колеса, но может делать мощнее их гораздо, вот как вот это, допустим, 10 кВт, можно сделать 20-киловаттным, чтобы вот этот рабочий диапазон был основной в пике, они там, например, в два раза больше. Вот, и можно вот сейчас привести вам пример, ну давайте по стоимости скажу. Вот, стоимость, сколько она будет стоить? Ориентировочная стоимость, опять же, сейчас я не говорю, что это конечная или еще что-то. Конечную стоимость можно понять только, когда ты уже начнешь их выпускать. Но есть примерные прикидки. В розницу это будет стоить порядка 40 тысяч рублей. 10-киловаттное мотор-колесо, которое можно поставить и на машину, и на велосипед, и там, и на рикшу. Я не знаю, его можно использовать, ну, то есть потом пропишем, наверное, чтобы у вас было больше понимания. Где угодно, квадроциклы, ну, очень-очень большой спектр применения. Он будет стоить в розницу. Что значит в розницу? Это значит, что крупнооптовая цена будет примерно в два раза ниже, где-то 20 тысяч рублей. А это значит, что производство, себестоимость производства, именно вот прям себестоимость конкретно, это когда затраты без прибыли самого предприятия, она еще ниже, там порядка 10 тысяч рублей. То есть самое, такое примерно ценообразование, вот это самая-самая низкая цена, себестоимость, когда учитывается только сырье, из чего это сделано, затраты там на энергию, на содержание ну, там, предприятия, на самого, когда это все делится, где-то 10 тысяч рублей. Самая крупная оптовая цена отпуска с предприятия там, дилерам и оптовым поставщикам, которым вам, кстати, предлагается стать, это 20 тысяч рублей. Дальше у вас маржа где-то 100% для того, чтобы продать его дальше там, за 40 тысяч рублей. И это 10-киловаттное колесо. За 40 тысяч рублей вы сейчас на рынке найдете 3-киловаттное колесо. 3, то есть, ну, вот и это будет из Китая. И у него будет ряд... все заработает. Это все выключи, да, включи, тогда сравнение приведу. И вот теперь, я не знаю, здесь достаточно хреново видно. Скажите, вам видно этот? Это я говорил только про мотор-колесо. Еще контроллер, да, он в любом случае нужен и BLDC двигателю, и к асинхронному. Так, смотрите, скажите, видите ли вы презентацию? Можно ли ее? Да, можно ее самому приближать? Да, не могу приближать. Угу. Слушай, тут так все это, смотри, я, короче, когда увеличил эту картинку, здесь все попасть с это. Смотрите, откройте, пожалуйста, картинку, я вам прокомментирую, в чем преимущество двигателей без магнитов над двигателями с магнитами. То есть это очень интересно. Я ее написал когда-то достаточно давно. Сейчас я вам ее поподробнее это все презентую. Так. Да, вы можете скачать ее, ну, в любом случае, как посмотрите, как... Так, тут порушилась у меня вся эта иерархия. Так, сам... Так. Смотрите, по преимуществу... Так, первый месяц. Будет ли сбор в крипте? Ну, что вы к этой крипте привели? Ну, зачем вам, что удобно в криптовалюте инвестировать? Или вы боитесь, что ваши инвестиции не будут учтены? То есть, ну, криптовалюта есть свое назначение. То есть, когда вот эта распределенная система, когда все уверены, что там все знают об их инвестициях, и никто, она никуда не потеряется. Ну, как бы здесь не совсем такая история. Так, так. В чем профит? Миша, надеюсь, я объяснил. Сейчас быстренько посмотрю, изучу ее потенциал. Так, обещали, что будет дешевле аналогов. Еще раз, да, вот аналог. Сравниваете, ну, там, корову с коровой, да, там. Не надо корову со слоном сравнивать, то есть разные. Так. Что дают 30 тысяч в первый месяц? Это маркетинговая история, я говорю, опять же, будет рассказано про то, что мощность больше, это меньше, делается из меди, без магнитов, как я понял. Да, это старт. 40, ну, не старт, да, я уже объяснил, основной плюс то, что не надо использовать для производства редкоземного, правильно, дальше меньше. А кто его вначале купит? 40, поймите, блин, 40 тысяч это очень мало. Это как купить Mercedes сегодня, блин, за 200 тысяч рублей. Конечно, можно купить вас за 100 тысяч рублей, но Mercedes за 200 тысяч рублей – это круто, просто поймите. Говорю, когда вы на нем прокатитесь, вы поймете, вот в чем разница. Скорее всего, будет выставочный стенд в Сокольниках. Будет стоять велосипед там, с киловаттом, с 3 киловаттами, и вот этот будет стоять. И когда вы сядете, и вы поймете, что даже если он будет в 2 раза или в 3 дороже, а такого не будет, то оно того стоит. То есть вы будете ее покупать. Вот вы как клиент захотите его купить.
Так, дальше. Китайцы сделают, это уже мы отвечали, сейчас я не буду на этот вопрос, что китайцы сделают. Так, интересно. Сколько всего акций, сколько основного капитала, это вопрос, на который позже все будет ответом. Без контроллера, это без контроллера, блоки с презентацией. Да, это сами растягивайте, по-моему, вы можете все это делать. Так, смотрите, давайте я проведу вот вам конкретное сравнение вот этого мотор-колеса, почему очень круто вот прям его, да, использовать, ну, грубо говоря, вот в чем конструктивно оно на голову выше там всех конкурентов и всего остального. Значит, смотрите, не очень удобно этот этап, да, этапы развития будут. Вообще три главных больших этапа развития, но они, скорее всего, будут разбиты еще на три, то есть где-то будет 10 этапов. Вот сейчас идет первый из них. Значит, смотрите, буду производить сравнения. Вы можете сами их еще прочитать, я вам подробнее просто расскажу. Значит, первое. Общее отсутствие тормозящих сил при отключенном питании. Вот кто ездил на гироскутерах? Вы, наверное, видели, да, там такое состояние, вот там мотор-колеса с магнитами. Получается, там есть два состояния. Ты либо газуешь, либо не газуешь. Они не крутятся просто так. Ты не можешь его крутануть, и оно, чтобы прокрутилось. Вот это потому, что магниты постоянные. Всегда есть магнитное поле. А в транспортном средстве, когда ты движешься в потоке и так далее, до 30% перемещение совершается накатом. На велосипеде, вы сами подумайте, вы педали крутанули и катитесь, да, достаточно долго. Если у вас в этот момент будет стоять двигатель с магнитами, вы будете тормозить. То есть, ну, энергия будет вас останавливать, та же, которая вас помогает толкаться в случае отключенном. То есть у магнитов там есть тормозящий эффект, у асинхронного мотор-колеса, где просто медь, его нету. То есть ты выключил питание, нету магнитных полей, оно крутится легко. Ну, соответственно, легко крутить педали, там тяжело крутить педали. Дальше. Рекуперация. Магниты, которые двигатель с постоянными магнитами, у них определенная, не технария, в общем, по образованию, но у них определенная, Паш, можешь не шуршать, у них определенная частота, там, поля, заряд, ну, в общем, они определенной степенью заряжены. И снимать оттуда энергию во время там, торможения, рекуперации достаточно тяжело, можно в небольшом диапазоне и не так эффективно. Рекуперация же в асинхронном мотор-колесе организована через там, контроллер, еще какие-то там всякие штуки, я не знаю, Дмитрий Александрович пояснит как-нибудь. Но, то есть, там рекуперацией можно управлять по-другому, и она более эффективна. То есть, до 30% затраченной энергии можно вернуть через торможение. Это не значит, что надо сложить 30% наката, плюс 30% заторможения, еще за что-нибудь сложим, и в итоге у нас плюс этот сверхъединичный получится. Нет, это не так. Но просто вы должны понимать, что некие вот базовые вот эти принципы, они прям по-другому работают. Дальше, следующий вопрос, характеристики. Это дальше к эффективности. Вот вы когда прокатитесь на этом мотор-колесе, вы поймете, что когда ты газуешь, оно тебя с одинаковой динамикой, с одинаковой эффективностью толкает как на маленьких оборотах, на средних, на высоких и так далее. Ты можешь управлять динамикой разгона. С магнитами, опять же, из-за того, что они там в определенном степени магничены, динамика, ну, не во всем диапазоне нагрузки одинакова. То есть вы не будете разгоняться одинаково, ну, то есть нет, не очень эффективно идет расход энергии. Вот в этом различие. Да, то, что ну, там, где постоянно магниты, ты не можешь управлять токами, потому что они уже ну, заданы изначально. Здесь же ты можешь любые токи подавать. И следующее, то, что во время эксплуатации со временем магниты размагничиваются. То есть чем дольше ты его используешь, тем оно у тебя слабее, слабее и слабее. В асинхронных мотор-колесах просто контроллер подает тот ток. Сколько подал, такое оно и будет. То есть магниты не постоянные, а вот эти вот электрические. Со временем двигатель не будет становиться мощнее, менее мощным. Так, дальше. По надежности, именно по конструктивным вещам, материалам, из которых это создано. Ну, смотрите, магниты, во-первых, гораздо тяжелее, чем медь. Магниты более хрупкие, чем медь. Вот тут написано, говорит, ферромагнитная пыль, которая, то есть они крошатся, она забивается, это мешает. Боятся воздействия влаги, их при этом нельзя делать герметичными, чтобы туда не... Ну, получается там такая вещь, что они должны обдуваться, все и охлаждаться, но при этом туда не должна попадать пыль. То есть это противоречащие друг другу вещи.
Вот. Дальше там такая вещь, что конструктивно, когда мотор колеса делаются, там подача питания может быть только через втулку. Вот там, вот это, если вы посмотрите, блин, надо, конечно, Паш, может эти подготовить потом, когда слайды, момент, то есть напиши, в общем, как это, передача мощности при разных нагрузках, ну, то есть когда момент мощности отдается, и вот это вот питание самого электродвигателя. То есть, если посмотрите, у Дмитрия Александровича синхромотор колесо, которое там вся половина неподвижна. То есть статор внутри, и он весь неподвижен. То есть ты можешь вводить туда провода или любой толщины, питать как угодно эффективно. В асинхронных мотор-колесах, в BLDC крутится все мотор-колесо. И запитать его, и вывести оттуда, ну, провода засунуть можно только через отверстие втулки, оно ограничено. То есть чем больше площадь, ну, течения кабеля, тем больше туда можно подавать электричество, и вообще это, ну, лучше. То есть толстые провода – это лучше, чем тонкие вот в этом ТТТТ. Вот, но здесь написано, соответственно, да, то, что магниты могут отклеиться и все остальное. То есть просто конструктивно их делать тяжелее и дороже, соответственно. Так, дальше. А, ну вот, да, это все рассказал. Ну и по доступности, да, то, что рассказал, что такое медь. Медь есть везде, она стоит 300 рублей за килограмм там на бирже, и она может производиться во всех странах и так далее, и так далее. Неодимых магнита, ну, они ограничены. Так, ну и просто вот, ну, понимаете, говорю, всегда вот на них будет дефицит, если не дать миру какую-то конкретную технологию. Ну, я думаю, достаточно, да, я наговорил в этом плане, чтобы, говорю, можно потом в это глубже погрузиться. Вопрос в том, что вы получаете суперкачественное, супермощное, эффективное устройство, которое превращает электрическую энергию с суперкрутым коэффициентом полезного действия на всем диапазоне нагрузок, скоростей, оборотов и так далее, в механическую энергию, которая вам нужна. То есть, по сути, что такое электродвигатель? Он берет энергию электрическую, выдает энергию механическую. А куда вы эту энергию механическую будете использовать? В транспорте, в бензопиле, вообще где угодно, в стиралке, в холодильнике, в зубной щетке, ну, это не имеет значения. Вопрос, чтобы делать очень эффективно, очень дешево, ну, и доступно, то есть в любых объемах. Так, дальше, т-т-т-т, комплект, примерно будет стенд. Стенд, вот смотрите, во-первых, кто сейчас там думает о каких-то более-менее крупных инвестициях и хочет понять, как этот продукт работает, что все это реально, welcome в Зеленоград, приезжайте, прокатитесь. У вас настолько вопросов вы вообще даже себе не представляете. Этапы развития будут прописаны. Минимальная инвестиция 30 тысяч рублей. Опять же, на текущий момент, скорее всего, мы потом его увеличим, потому что, смотрите, этот проект не является венчурным. То есть здесь нету, так скажем, у нас причин тратить, ну, я вам могу по опыту сказать, смотрите, чем меньше инвестицию, чем, так скажем, менее квалифицированным инвестором, то есть когда ты общаешься с человеком, который там собирается 500 рублей положить, ты будешь общаться с ним 2 часа, он тебя задолбает вопросами и еще, скорее всего, не вложит. Когда ты общаешься с человеком, который там планирует положить там 100 тысяч рублей, миллион, несколько миллионов, он гораздо умнее, он быстрее принимает решения, он, ну, то есть с этим человеком работать легче и профит от него для, ну, задачи больше. То есть ты, ну, грубо говоря, там 100 человек по 10 тысяч рублей или там большого одного найти, то есть с большим на вот этих вот не венчурных проектах гораздо проще разговаривать. Так, дальше, 30 тысяч рублей, да, смотрите, 30 тысяч рублей, но при этом будет возможность получения, вносите 30 тысяч рублей в рассрочку по 3 тысячи рублей в месяц. То есть, понимаете, да, долю вы покупаете на 30 тысяч рублей, но оплачиваете ее постепенно, регулярно, там, минимум раз в месяц. Можете быстрее оплатить, если есть такая возможность, но вот поэтому минимальная, грубо говоря, сумма 3 тысячи в месяц. Я думаю, вы видели опрос в группе, да, это абсолютно нормально для всех. Да, сертификат будет как в электронном виде, будет вам приходить выписка из реестра, сертификат в электронном виде, плюс, если вы хотите, будет сертификат печататься. Но печататься – это просто отражение сертификата из реестра. Когда планируете уже запустить производство двигателей под заказ? Значит, первый год – это создание инициативной группы и организация вот этого производства для самих себя. И второй год – это установление этого производства, то есть, опять же, ну, как бы выполнение своего собственного заказа. И третий год уже можно начинать искать конкретных заказчиков для производства конкретного двигателя, ну, под заказ. Сколько всего акций? Опять же, вопрос пока не отсюда. Сколько акций за 30 тысяч рублей?
не имеет это значения, ребят, пока. То есть, ну, поймите, это будет все прописано, вы увидите ответ на этот вопрос, но сейчас это вот не тема этот разговор. Так, 50 минут прошло. В общем, время летит. Какие еще вопросы, ребята, спрашивайте? Вопрос такой, что вас... Вот, вот эти 102 тысячи рублей, которые сейчас прислали, пришли от 12 человек. Здесь 25-27 человек. В группе больше 100. Маркетинг-план будет максимум, наверное, 30 тысяч рублей, до 30%. Из этих денег можно будет инвестировать и так далее, и так далее. Это будет на большое количество уровней, и первый уровень будет где-то порядка 15%. Ну, это стандартно, мы не будем здесь ничего выдумывать. Так, значит, сайт будет, сайт готовится, все появится в течение лета, все будет, ну, на высшем уровне, то есть, поверьте, будет лучше всего того, что мы делали до этого. Так, регистрация в форме пригласить, структура транзита. Да, смотрите, обязательно всех своих людей приглашенных. Я понимаю, какой хаос сейчас может твориться, пока нету сайта, нету реферальных ссылок. Поэтому есть вот эта форма. Обязательно, пожалуйста, регистрируйте всех своих людей там, помогайте им. Самое главное, указывайте поле пригласитель. Все структуры будут восстановлены, созданы именно в том порядке, который будет в этой форме, чтобы у нас не было хаоса. Так, нет, заново не нужно будет оповещать, структуры будут созданы. Да, маркетинг 20 уровней, но как бы не пугайтесь, это нормально, это там небольшие копейки. Так, дальше. Планируется собрать сумму в 40 миллионов. За какой период? Три года. Три года на все, так скажем, планируется. Первый год 60 миллионов, второй год 600 миллионов, третий год 1 900 000. Но есть, так скажем, основания полагать, что все это произойдет за год примерно. Возможно, меньше. Потому что, говорю, ну темпы совсем будут другие. Так, сайт в течение лета, когда старт краудинвестинга. Вчера. Так, Сергей, какой вы видите компанию, как город Москва размером, с филиалами везде? То есть это, смотрите, это будет большое предприятие, это большие цеха, в которых производится как конечная продукция, так и идет создание, проектирование оснасток для различных предприятий. То есть это такое конструкторское научное, не знаю, бюро, предприятие, то есть где и создается, ну то есть именно ну, творится, производится, разрабатывается, где и конкретно производятся продукты, которые конкретно нужны вот прям вот вам, каждому сидящему здесь. Вы, говорю, вы просто пока не совсем, скорее всего, осознаете, что это за сила, энергия такая, насколько это в тренде и насколько ну, удача, что есть возможность во всем этом принять участие. Говорю, вот когда осознаете, вот, я надеюсь, это будет рано, вы будете... Достаточно рада. Смотрите, вначале хотели найти готовое производство литейщиков. Сложный вопрос. Все с нуля. Нет, почему? Сначала все будет по кооперации делаться, то есть для тестирования оснастки. Нет смысла ставить линию сначала, не оттестировав ее элементы. Это есть, а это будет прописано, Ярослав. И, ну, пока вот в таком документе, чтобы я скинул, нет. А есть, допустим, вот, ну, хотя это, наверное, вам сейчас неинтересно будет. Смотрите, все, кто в этом чате находится, в течение 3 месяцев, если не отвалится, так скажем, будут очень богаты. Даже если вы будете этому сопротивляться. Если вы... Вот, это, ну, в общем, оснований полагать это очень много. Если просто будете делать то, что мы будем вам говорить, это ну, элементарно. Давайте еще, есть ли вопросы? Я понял, очень много вопросов по маркетинг-плану. Ответы на них будут подготовлены, будут подготовлены документы, вам будут озвучены. Капитализацию, про стоимость акции, про этапы, про дисконты, про реферальную сеть. Даже сейчас те инвестиции, что пришли, вот эти деньги, есть же конкретно понятно, от кого и пришли эти люди получат комиссии все. Просто сейчас дайте нам с этим разобраться, структурировать все, потому что, говорю, шквал, ну, абсолютно неимоверный. Да, вебинары будут, значит, смотрите, регулярно, но с вами, партнеры, мы вообще будем общаться, скорее всего, практически каждый день, как минимум в формате видеосообщений каких-то от меня, с инвесторами, с потенциальной, с большой массой, так скажем, новых людей, которые сейчас только приземляются. То есть вы нужны для того, чтобы эту массу людей на кого-то приземлить, чтобы кто-то их консультировал, отвечал на вопросы, помогал проинвестировать, скидывал нужные ссылки и так далее. Вот, ну, я очень хочу, чтобы вы скорее этому научились.
Так, и завтра в 19 часов будет первый вебинар презентационный по старте финансирования для как раз вот в основной группе. То есть мы рассчитываем на большое количество участников. Обязательно вы должны в нем участвовать. То есть это начало работы, вы будете смотреть, как это все происходит. Дальше это вам нужно будет делать самим, скорее всего. То есть привести эти презентации и так далее. То есть как это... Мы здесь на большую аудиторию вещаем, вы будете примерно то же самое, каждый раз презентовать своим людям. Почему предложение встречаться в 19 часов? Можно будет в 18, потому что в основном люди заканчивают работать в 6, пока дойдут до дома, там покушают. И вот 7 по Москве, я понимаю, что там многие из разных регионов, там 7 по Москве, это еще не поздно, когда люди уже не начинают там уходить куда-нибудь спать или своим делам, а вот прям получается, и не рано, когда люди заняты. Все, разумеется, будет записываться, но вот это живое общение, оно всегда гораздо лучше. Так, позже встречаться, позже или с вебинара смотреть. Да, записи эти будут. Запись, я работаю. Да, все будут записи. Очень вам советую для себя. То есть смотрите, почему я буду постоянно вам говорить, давайте денег, давайте шлите свои деньги, присылайте, инвестируйте. Потому что слушать это все хорошо и так далее. Но вы должны для себя как бы передать свои деньги кому-то, ну, это шаг, да, такой определенный. То есть это то, что говорит о серьезности ваших намерений. Прежде чем этот шаг сделать, вы зададите себе тысячи вопросов. Вы просмотрите кучу видюшек, кучу вопросов зададите Google, прочитайте, кто такой Дмитрий Александрович, какие его разработки, кто такой я, что такое краудинвестинг. То есть ваш мозг начнет генерить правильные вопросы. Вы будете искать на них ответы, вы их найдете. Если вы примете решение передать деньги, то есть вот, у меня большой вопрос, почему еще не все из вас перечислили? У вас либо нет этих денег, тогда приглашайте новых людей, получаете комиссию и их инвестируете. Но сделайте так, чтобы вы сами передали свои деньги. Как только вы это сами сделаете, значит, в вашей голове будет достаточно ответов на вопрос, почему я это сделал. Потому что вы это, ну, как бы вы это сделали, значит, у вас есть точный ответ, зачем. Только имея этот ответ, вы сможете этот ответ донести другим людям и смотивировать других людей инвестировать сюда. По-другому, ну, не будет. Так, как инвестировать в криптовалюте? Ну, давайте мы сейчас создадим кошелек, там, переведите в криптовалюте, я не знаю, просто. Или поменяйте ее на обменники и переведите в рублях. То есть, ну, какой смысл? Как инвестировать в фунтах? Поменяй их в рубли и переведи. Так, дальше. Когда мы познакомились с Дмитрием Александровичем Дуйновым? Когда мы познакомились? В 2016 году, по-моему, есть видео даже, когда мы к нему первый раз приехали, как мы общались. Вот. А вообще я увидел про разработку Дмитрия Александровича Дуйнова, если не ошибаюсь, от Ярослава Старухина из «Глобальной волны» или честно, уже даже не помню. Вот, мы поехали к нему просто в Зеленоград пообщаться и спросить вообще, как дела, чем можем помочь. Ну, как бы здесь все достаточно стандартно так. Ну, 50 долларов это есть же 3000. То есть, ну, вот оно и будет 50 долларов, по сути. А, да, смотрите, сейчас пока все в рублях. Чуть позже мы перейдем на доллары. То есть все личные кабинеты будут все на долларах, потому что, ну, мы будем работать на весь мир. Это просто мы начинаем в России. Все будет переведено на несколько языков. То есть это будет, ну, международная абсолютная история, что начинается она опять в России. Так. Так. Ну, вот по сути и все, говорю, значит, из основного, то, что завтра будет вебинар. Также, я надеюсь, вы все уже запомнили, да, вот эти официальные наши группы, Дуйнов Official, Дуйнов Партнеры, там, где у вас всех собираем. Где, как переводить деньги, тоже. Вот, давайте, да, давайте участвуйте, пожалуйста, говорю, делайте хотя бы элементарные репосты, рассказывайте людям, приходите на вебинары, говорю, зарабатывайте на этом, то есть, ну, поверьте, это все круто, серьезно, это очень сильное предложение для рынка. А как приглашать людей в ссылки или просто? Пункт пока в анкете, кто пригласил, да, он основной. Я сейчас зайду, кстати, посмотрю, что там у нас на текущий момент по Google таблице, Google форму сейчас. Так, сколько людей уже записалось, то есть вот это идет выстраивание структуры. И вот, говорю, я вам хочу такой пример просто привести, это достаточно интересно. Так, таблица форма. Открыть Google формы. Сейчас я просто увижу число, я вам скажу новые формы.
Инициатива проекта проведена предстарт. Так, просмотры. Так, ответы. Смотрите, сейчас 101 ответ. То есть в структуре, грубо говоря, стоит 101 человек. В предыдущем проекте 101 человек был собран за месяц. Да, за месяц, а здесь за день. Ну, правда, там был 101, те, кто конкретно уже внесли деньги, то есть хоть минимальную сумму. Здесь, получается, из 101 человека 11 проинвестировал, только, да, как бы десятая часть. Но вот эта конвертация с того, кто зарегистрировался, там буквально 2-3 дня до инвестиции обычно была. Поэтому, смотрите, ну, темп вот такой. Этапов будет, скорее всего, 10. И смотрите, вот, да, скорее всего, скорее бы был сайт и так далее. Но поймите, когда все будет автоматизировано, супер круто преподнесено, это будет доступно всем. Знаете, вот вы, вот, я не знаю, ну, ощущаете? Вы первый, кто знает. Вы видите это криво, косо, в первый, в, там, второй, третий, четвертый день. А если вы полазите по предыдущим группам, посмотрите, как люди общаются. А я был еще на первой встрече. Вот вы сейчас на первой встрече. Спустя 3 года вы будете вспоминать. Вы будете, знаете, все супер красиво, везде про это будут говорить. Это будет по телевизору. Это будет там, везде в интернете, там, на всех тематических форумах сайта. А вы будете говорить, а я еще был тогда, когда в какой-то группе мы сидели, какие-то вебинарные комнаты непонятные, когда я не знал, какое и вообще первый раз это слово страшное слышал, краудинвестинг и так далее. Вот. Поймите, что вот, от того, что все сейчас некрасиво, криво, косо, это огромное преимущество. Так, реферальный после приглашения партнера переводить на свой счет. Реферальный нужен. Да. Так, все, коллеги, давайте, час прошел. Я надеюсь, я ответил на те вопросы, которые у вас были. Если нет, опять же, пишите там в группе. Следующий вебинар будет опять на них основан. Так мы сформируем структуру вебинара, чтобы мы не выдумывали, что вам интересно, а отвечали на то, что вам на самом деле интересно.